Всем привет-привет. Всем доброй ночи, как говорится, да? А у солнышки ужин. Вот такой вот у меня ужин получился сегодня ранний. Почему ранний? Обычно сюда я приезжаю с работы поздно. И мой ужин идет где-то, ну, часиков 11. Так что сегодня у меня, как говорится, ужин пораньше. Короче, взяла сегодня себе такую штучку. Сегодня ездила на процедуру, на лицо. И там есть в Южной Корее, мне что нравится, вот у них что хорошо. У них есть определенные такие профессиональные магазинчики. В каком плане, что они ассоциируются именно на салатах, да? И помимо салатов, вот таких вот, они прям продаются вот в таких готовеньких упаковочках. Это морская капуста, моя любимая, да? И, пожалуйста, вот. Это рыбное тесто, как салат заправлен. Таких салатов там уйма, начиная от кимчи, заканчивая, вот, ну, все есть, да, все южнокорейские салатики, в принципе, по цене доступны. И помимо этого, помимо салатов, у них есть разные всякие вот такие закуски. Знаете, сегодня кого взяла? У них там есть камбала жареная, у них есть даже супы в термоупаковочке. Надо как-нибудь обзор снять, в следующий раз поеду на процедуру лица. Я обязательно сниму, если разрешат. Там у них есть жареная курочка, даже есть жареные лапки куриные, вкусненькие их не такие, да? Вы знаете. Я взяла сегодня себе кальмара. Почему осьминога? У них постоянно осьминог, но он всегда у них в красном соусе. Сегодня они его сделали чисто вареный. И еще положили мою любимую редьку, да, которая хрустит, хрум-хрум. Так что... Причем у них все свежее. Например, вот эти два салата, они прям горячие были, пожаренные. И я прям горяченькие их сразу же взяла. Ну, просто не успела сегодня в обед съесть, поэтому поела так. Ну, и естественно, моя квашеная капуста, без нее я никуда. Помидорки черики. И у меня оставался васаби с соевым соусом. Обычно я перестала так в последнее время мешать вот этот вот васаби с соевым соусом. Как бы отдельно, да, хочу есть. Но просто то, что осталось, не выкидывайте. Экономика должна быть экономной, верно? Ну что, друзья мои, поедим. Просто обожаю кольца кальмара. Они вареные. И еще без соуса, ну в смысле без красного. Эта тема. Вот эта тема. Я его еще немножко разогрела с холодильника. Но в принципе можно и не греть. Потому что он и в холодном виде очень вкусненький. Уже нарезали. Вот так. Это сушеная редька, которая хрустит. И вот так вот в сочетании как. А сердечко. Вот такие вот колечки кальмаром. Красивые, да? Очень красивые. А ножки, смотрите, какие красивые. Объедение. Всем приятного аппетита. Кто сейчас ужинает? Даже если кто не ужинает, надеюсь, вы с удовольствием посмотрите меня. Поедите вместе со мной. Так. Что у нас здесь? Вот этот салат, многие знают, да, в других странах продается он как чука. Здесь мне что нравится, здесь вот морская капуста, она в огромном-огромном ассортименте, вы не представляете. Морская капуста есть вот такая, вроде с виду, как будто бы просто не заправленная, но я не знаю, чем они заправляют, у них это очень вкусно получается, да. Даже видели, я снимала целиком квадратиками есть морская капуста. В общем, у них эта тема здесь очень развита. В плане вот этого морской капусты. Я не знаю, что они сюда ложат.
виду бледная, без специй, как мы любим это делать. А вот попробуйте, она прям вкусненькая. Обожаю. Так, ну это мое рыбное тесто, которое Димка уже тоже поел. Он тоже его любит. Как салат. Заправьте. Оно тоже очень вкусное. Между прочим, может заменять даже какое-то блюдо, да? Квашеная капуста. Обожаю. Минуточку забыла. Имбирь. Как же я без имбиря сейчас? Та-та-та-там! Это мой имбирек. Без него я никуда. Тем более, когда идет морская тема. Вы знаете, это мое первое видео на 10 минут. У меня только недавно появилось 10 минут. Потому что до этого у меня было максимум 3 минуты. Я уже видела, что у всех появилось 10 минут. Поэтому обрадовалась, честно. Иной раз даже не успеваю что-то рассказать. Либо проживать. Вот, если честно, я не верю, что можно за 10 минут съесть, например, такое огромное количество еды. Если сравнивать мукбанги, вот то, что у меня сейчас есть, это, наверное, капелюшечка того, чего они съедают, да? Ну, нереально. За 10 минут они съедают, получается, в 10 раз больше того, чего, что у меня лежит, да? Ну, я не верю. Честно, не верю. Мне кажется, это невозможно. Напишите мне, пожалуйста. Может, я чего не понимаю. Не знаю. Мои колечки. Они такие вкусные. Что я люблю делать? Если красная рыба, вы видели тогда мою тарелочку, я люблю собирать бутербродики такие, да? Так. Значит, на колечко положим имбирек, положим сушеную редьку, попробуем так. Чувствую только редьку и имбирь. Колечко куда-то провалилось. Колечко куда-то провалилось. Непонятно. Наверное, надо по отдельности, чтобы чувствовать вкус. Ау! Язык прикусила. Друзья, скажите, на улице жара неимоверная. Снова, да? Каждый раз не забываю благодарить. И снова хочу сказать всем огромное спасибо за то, что смотрите меня. За то, что подписывайтесь на меня. Всем приятного аппетита всегда.